Пожалуй, основной особенностью предстоящего голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации является то, что оно продлится не один день, а целую неделю. При этом основным днем голосования считается 1 июля. А что же тогда будет с 25 по 30 июня? Узнаем в территориальной избирательной комиссии. Это дни, предшествующие дню голосования. Да? То есть в эти дни участковая избирательная комиссия работает точно так же, как 1 июля. Так будет на протяжении 7 дней одинаково. Таким образом, проголосовать можно в любой день, предварительно записываться не надо. Приходите голосовать по месту жительства, либо на тот участок, к которому вы прикрепились, заранее написав соответствующее заявление. В городском округе Щелково 123 избирательных участка. Узнать, какой из них ваш, несложно. Где находится ваш избирательный участок, можно посмотреть через госуслуги, можно посмотреть на сайте Центральной избирательной комиссии. Еще одно новшество, о котором было объявлено в преддверии голосования, это возможность голосовать дистанционно с помощью сети интернет. Многих она, безусловно, заинтересовала, но, увы, жители Щелково такой возможности не получат. Жители городского округа Щелково проголосовать по интернету через интернет не могут, потому что у нас в Российской Федерации только два региона, которым возможно электронное голосование через интернет. Это Москва и Нижегородская область. Соответственно, вариантов проголосовать на территории городского округа Щелково через интернет, то есть электронно, пока нет. Но и без этого процедура голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации устроена максимально удобно для граждан. Вот эти наши 7 дней голосования сделаны именно для того, чтобы граждане определились сами. В тот день, когда им удобно, тогда и нужно приходить. Понимаем, что сейчас режим пандемии, что люди работают, что кто-то у кого-то какие-то выезды, дачи, но за 7 дней, я думаю, что можно любой из этих дней удобный выбрать и непосредственно уже прийти. Итак, выражаем свою позицию относительно изменений в Конституции с 25 июня по 1 июля. В городском округе Щелково участковые избирательные комиссии будут работать с 8 часов утра до 8 часов вечера, кроме одного дня, 30 июня, когда время голосования с 8 до 15 часов. Ирина Микеда, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.